это долгожданная школа приемных родителей, которая начинает функционировать вот с сегодняшнего дня в рамках нашего университета. Надо сказать, что эта школа открывается в соответствии с постановлением правительства республики о подготовке лиц, желающих взять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без опечения родителей. Все граждане, принимающие ребенка, сироту на воспитание в семью, обязаны пройти программу подготовки. Мы назвали это «Школа приемных родителей». В этой школе они научатся многому. Научатся понимать ребенка из детского дома, научатся разговаривать с ним, чувствовать его. Мы поможем им разобраться в себе, принять решение о том, стоит ли взять этого ребенка или надо поискать другого. Готова ли вся семья вот к этой сложной, но интересной, благородной работе. Сестренки, дети, трое остались без и отца нету, и матери нету. Старшему 13, младшему 10, а маленькому 6 будет в октябре. Вот хочу опекуном быть. Вы с ними как часто видитесь? Каждый день. Я вот с работы прихожу, иду туда, сразу бегу. Ребята к этому как относятся? Нормально. Так-то любят ведь меня. Мама называет. У меня с собой тоже трое детей. Старший сын уже 19 лет. Заканчивает вот учебу. Первый класс закончил, а маленький садик ходит, 5-летняя дочка. Здесь будет задушевный разговор нас, преподавателей, специалистов, с родителями, которые приедут из различных районов нашей республики. Все желающие родители должны обратиться в органы опеки и попечительства своего района, и дальше там идет уже процедура официальная.